привет! Сегодня мы будем готовить рулетики с мясным фаршем и луком. Будем заворачивать в кабачок и в тыкву. Значит, нам что еще понадобится для этого? Зелень. Если вы на закрепе, то вы можете использовать рис. То есть, вот тот сделать такой фарш, как на голубцы. Но еще заливка будет у меня. Там томатный соус и греческий йогурт. Если вы более свободны в своих желаниях, вы можете сделать такую заливку. Обжарить там лук с морковью, с перцем с болгарским, добавить туда зелень и приправы. И вот такой, сделать вот такую заливку. Я делаю это блюдо на, в общем-то, закреп. Итак, начнем. Еще нам понадобится вот такая терка. Вот здесь разные насадки. Мы уже этой теркой пользуемся. Она, в общем-то, нам удобно сделать, знаете, вот такие тоненькие слайсы. Мы делаем, допустим, чипсы из тыквы, из кабачка, из моркови, корейскую морковку потереть. Ну, в общем, ссылку на эту терку мы оставим. Она трет, и она очень удобная. Так, начнем. Значит, нам нужно из кабачка и из тыквы сделать слайсы. Этим будет заниматься Алексей. Прошу. Вот такие вот получаются слайсы. Так, и мы сейчас сделаем, покажем, как из кабачка сделать, да? Это был кабачок. Мы сейчас покажем, как сделать из тыквы. Теперь мы делаем слайсы из кабачка. Фу. Теперь мы натираем тыкву, делаем слайсы. Вот такой получается пока у нас слайс. С дырочкой, потому что у нас здесь семечки. Показываем. Вот такие получаются листочки из тыквы. Теперь нужно кабачки вот слегка посыпать солью. И вот сложить в дуршлаг, и пусть это постоит, чтобы они пустили сок, смягчились и ушла лишняя жидкость. Вот так. В общем, вот так вот все-все, все лепестки, которые вы будете использовать, вот так вот пересыпаете и оставляете. Вот то, что остались неровные какие-то кусочки, я мелко-мелко порежу и добавлю в фарш вместе с луком. Остатки кабачка я порезала, лук я порезала. Вы знаете, вот пол луковицы у меня было. Я вот одну четверть вот такую большую луковицу использовала. Думаю, достаточно. Если кто не любит вот такой свежий лук, вы можете лук немножко на сковородке потомить. И зелень. Зелень тоже по желанию, что хотите. Можете добавить еще кинзу, укроп. У меня здесь петрушка. Если не любите зелень, не добавляйте. Все, это все добавляем в фарш. Так, сюда мы добавим соль, перец и какие вы хотите приправы. Я больше ничего добавлять не буду. Может быть, добавлю красную сладкую паприку. Черный перец. И сладкая красная паприка. Все, теперь это тщательно перемешаем. Если вы на закрепе, то сейчас, вот в данный момент, нужно добавить рис. Рис кто как добавляет? Кто слегка отваривает, кто добавляет сырой. Эти рулетики будут готовиться где-то 30-35 минут, поэтому рис за это время, в общем-то, приготовится. Фарш я перемешала, убираем. И берем емкость, в которой мы будем готовить. Вы можете, конечно, сделать отдельно соус, потом залить. Я сделаю сразу. Для этого я возьму греческий йогурт. Нету греческого, возьмите любой натуральный, какой вы найдете. Нежирную сметану используйте. Наверное, вот так вот три хорошие такие с горкой ложки. И добавлю сюда перетертые помидоры, томатная паста. Здесь у меня 200 грамм. Я, наверное, 100 грамм добавлю, половину. Вот так.
Потом у меня есть остатки домашней горчицы. Вот она у меня уже закончилась. Я делаю ее сама. Вот добавлю сюда. Ссылку на видео, как я делаю эту горчицу, Леша сделает под видео. Сделайте обязательно. Это такая, ну вот, кто особенно живет за границей, здесь вся горчица такая достаточно не острая, а это горчица без добавления сахара на основе стевии, поэтому попробуйте, сделайте. Вот, теперь сюда добавим соль по вкусу. Соль добавьте немного. Вот, понимаете, вдруг у вас там томатная паста соленая. Перемешайте. Так, сюда я добавлю воды. Все, смотрите на глаз. То есть вот я сейчас делаю этот соус, положу сюда эти рулетики, и если понадобится, добавлю еще немножко водички. Также сюда соль, перец, я сказала, но добавлю еще черного перца. Можете сюда добавить зелень, можете добавить все приправы, которые вы хотите. Все, это нужно перемешать для полного соединения йогурта и томатной пасты. Ну вот я сюда остатки петрушки еще закину в соус. Теперь смотрим, смотрите, кабачки, они пустили сок. Сок и стали более мягкие. То есть после того, как вы нанесли соль, они стали мягенькие. Поэтому будет легко закручивать рулетики. Приступаем к изготовлению рулетиков. Так, приступаем. Ну вот я возьму салфетку и вот так вот промокну слегка. И будем делать. Ну, как все рулетики, знаете. Положили фаршик, так слегка его придавили, примяли и закручиваем. Закрутили, заправили. И вот этим швом, будем так говорить, вниз отправляем в соус. Готово. Я, знаете, наверное, буду чередовать тыкву с кабачком, чтобы было красиво. Так, берем тыкву, промокнули. Слегка берем фарш, укладываем и заворачиваем. Поправили с двух сторон так плотненько и отправляем в соус. Вот так. И так вот все кабачки и тыкву. В общем, вот так получилось. Больше жидкости не надо. У меня остались несколько лепестков неиспользованных. Я их вот так сверху положу. Вот знаете, как когда голубцы делаешь, остатки листьев капусты укладываешь вот так сверху. Вот так я и сделаю. Вот так накрываем крышкой. Ставим на сильный огонь. Как только это дело закипит, убавляете до минимума и тушите 30-35 минут. Вот так вот получилось. Значит, готовилось у меня 20 минут и еще 10 минут стоял под крышкой. Вот так выглядит очень аппетитно. И поверьте мне, это очень-очень вкусно. Это горячо. Это очень вкусно. Приготовьте, порадуйте своих близких, себя. Всем здоровья, худейте с удовольствием. Пока!